Алексей Серебряный рассказывает очень смешные анекдоты. Ссылка в описании. Представляешь, вчера стою на паскоте, звоню, тут ко мне подходят двое. По голове бах, телефон забрали и убежали. И чё ты удивляешься? Это же паскот. Так я с таксофона звонила. Липтико. Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня любил? Ну что ты, милая, так, уважал немножко. Вы никогда не служили в разведке? Почему вы об этом спрашиваете? На вашем рабочем столе совершенно не видно следов вашей работы. Почему Москву называют белокаменной? Чтобы лишний раз напомнить, что она не резиновая. Ну и кто она? Кто эта коза, которой ты вырядился? И даже не думай говорить, что это все просто так. Дыма без огня не бывает. Ты про кого? Мадонна, ты нормальная? Какого дыма? Я просто надел носки без дырки. А кто это сделал? Ты представляешь, Мадонна в аварию попала и разбила подбородок. Ну, ничего страшного, у нее второй есть. Липтико. Вот, я написал инструкцию, на что особо надо обратить внимание, выделено жирным. Да ну, просто вы так про себя говорите. Ну какой же вы жирный. Меня попросили написать рекомендацию нашей бывшей служанке. Я написала, что она непунктуальная и дерзкая. Что мне написать в ее пользу? Ты можешь добавить, что у нее прекрасный аппетит и что она любит поспать. Как у тебя дела с молодой женой? Прекрасно. Она влюблена в меня без памяти. А не врешь? Честно. Она каждый раз называет меня другим именем. В музее гид объясняет. Это сын фараона, это жена фараона, а это сама мумия фараона. Дед Петруха спрашивает, а мумия, кем она приходится фараону? Подписываемся, кликаем на колокольчик.